Добрый день, друзья! Рад представить вам продолжение нашего стенда. Мы решили показать, как будет работать блокчейн в связке с нашими роботами. У нас, как вы понимаете, роботы не просто так ездят, они выполняют определенную работу. Учитывать эту работу будет искусственный интеллект. Это математические операции, а математическая операция, как мы сегодня знаем, это блокчейн. То есть это нам нужно для того, чтобы наш интеллект, управляющий всей системой, понимал, где находится суслик, с какой скоростью едет, что он делал, что он сделал, что он будет делать. То есть все завязано в общую систему. Мы будем учитывать каждое движение суслика, даже не движение, а работу суслика. То есть он привез что-то, это записывается в блокчейн. То есть каждая операция, она у нас цифровая. Сейчас я запущу суслика, чтобы он поехал и начал зарабатывать токены. Вот, друзья, мы продемонстрировали вам работу суслика, превращение этой работы в математические операции. Математические операции, соответственно, превращаются в деньги. То есть и происходит монетизация работы наших роботов. Это самое важное. Роботы начнут постепенно вытеснять человека с неинтересных работ. То есть роботы будут выполнять всю грязную, монотонную работу за человека. Ну, что мы это уже видим на заводах, при сборке машин там и всего остального. То есть робот работает 24 часа в сутки, и он не знает усталости. А наши роботы не будут знать проблем с энергопитанием. Ждите продолжений, будем дальше показывать, развиваться и так далее. Будущее наступило. Yeah.